А по всем у вас цветочки? На 100 рублей. Букет 100 рублей. Да. Это 150. Возьми. Один, два, чудные цветы. А редко цветы. А это все будет стоить 1000? Все заберешь? Да. Да сколько будет? Раз, два, три. Это тоже все заберешь? Ну да, тут сколько? Два, три. Это получается 900. Все, отлично. Давай. И вы домой пойдете уже, да, сегодня? Конечно, конечно. Ой, пойду отдохну сейчас. Вот так. Все. О. Спасибо тебе, дай Бог тебе здоровья. Домой пойду отдохну. Твои желания все исполнилось. Спасибо. Мне как зовут? Тетя Аня, баба Аня. Меня Чермен. Черм очень хороший имя. Чтоб вижу, вы давно тут сидите, чтоб вы не сидели, я бы вас купил. А, да, 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 вы просто любите пожилых людей. Чем вы добры. Дай Бог тебе здоровья, Чермен. Отдыхайте сегодня. Да, да. Сейчас, на бок. Под твоим окном я сегодня сплю, потому что хочу видеть тебя наверху. Под твоим окном гаснет желтый свет, я ловлю. Можем вам подарить букет просто так? Просто так. Нет? Да, за вас. Запиши, хорошо. Вы бати чаще. До свидания. Гаснет желтый свет, я ловлю губами поцелуя, посланные мне. Цветы подарить. Просто так. В честь чего? Просто так. Да? Ну, просто, чтобы вы улыбнулись просто. Да, спасибо большое. Хорошего дня вам. Вам тоже.